Трагедия Харькова. Десятки раненых и погибших. Новые удары по жилым домам. Почему Россия бьет по этому городу чаще, чем по другим? Ночь взрывов в Белгороде и Крыму, но отдыхающие не торопятся покидать пляжи. Несмотря на взрывы, мы не меняем свои планы на отдых. Все больше заключенных из России вербуют на войну, данные правозащитников. А журналисты говорят о более 5000 подтвержденных смертей российских военных. Перспектива переговоров Москвы и Киева. Итоги встречи президентов Украины, Турции и генсека ООН во Львове. Теперь об этих и других событиях сегодняшнего дня, 19 августа, расскажу более подробно. Я Мелани Бачина. Всем здравствуйте. Число жертв российской атаки на Харьков выросло до 21 человека. Более 40 человек ранены. Российская армия в последние сутки интенсивно обстреливает город. Сегодня ночью он вновь подвергся ракетным ударам. Есть попадания в жилые дома и здания университета, сообщают местные власти. Кроме того, из артиллерии обстреляны 3 района области. Харьков, второй по величине город Украины, по данным британской разведки, стал одним из наиболее часто обстреливаемых с начала вторжения. За ручки. Раз, два, три. На щелчка, поднимай. Все. Спасатели сегодня днем продолжали доставать людей из-под завалов. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов сообщил, что число погибших к утру выросло до 21 человека. Среди них мальчик 2009 года рождения. Ранены 42 человека. По словам Синегубова, российские военные целенаправленно ударили ракетами «Искандер» по жилым домам в Слобожанском и Салтовском районах. Минобороны России подтвердило атаку на город. В ведомстве утверждают, что удары были нанесены высокоточным оружием. Целью обстрела был пункт временного базирования иностранных наемников. И якобы в результате этого удара уничтожено более 90 боевиков. У меня там подружка осталась хорошая, та, которой я с ней уже дружу больше 20 лет. У нее там остались и племянники, те, которые переселенцы с Кутузовки. Приехали сюда с Кутузовки, еле выехали, здесь жили. А вот тут я жил. С семьей, с женой и двумя детьми. Один из них инвалид, 7 лет. Вот это входные двери. Рядом одно. Женщина, пожилая женщина, умерла. Достали уже не дышащую. Богдан Олейник и его семья чудом остались живы в результате удара по общежитию. Они выбрались из-под завалов самостоятельно. Здесь не было никакого военного объекта, а среди пострадавших исключительно гражданские, среди которых пенсионеры и дети, подчеркивают местные власти. Под завалами еще могут находиться люди. Харьковская Салтовка – это крупный жилой массив Украины, в котором до войны проживали около 600 тысяч человек. Он застроен в основном панельными домами от 9 до 16 этажей. Этот район подвергается обстрелам с первого дня российского вторжения. Минувшая ночь стала одной из самых трагических для Харькова за все время войны. Город буквально в 15 километрах от линии фронта находится. Сегодня в нем объявлен день траура. Сообщения о взрывах сразу на нескольких российских военных объектах стали поступать накануне вечером. Сначала стало известно о пожаре на складе боеприпасов в Белгородской области, в поселке Тимоново. Поехали! В сети появились видео, на которых видны и слышны многочисленные разрывы снарядов. Известно, что жителей соседних сел эвакуировали. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причина пожара ему неизвестна. От поселка Тимоново до украинской границы около 50 километров. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Белгородской области взрывались склады российских частей, которые воюют в Украине на Изюмском направлении. Новые взрывы гремели вчера также и в разных частях аннексированного Крыма. Так, жители Керчи, это восточная часть полуострова, рядом с Крымским мостом, сообщали, что вечером слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также воздушная тревога звучала в Севастополе. Уже ночью появилась информация о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек. Он расположен около Севастополя в аннексированном Крыму. Власти региона, назначенные Россией, заявили, что в районе аэропорта сработали ПВО и там сбит беспилотник. Повреждений и пострадавших, по их словам, нет. Украинские СМИ со ссылкой на жителей писали о взрывах и в оккупированной части Херсонской области. Там якобы также сработали системы ПВО. Последние недели взрывы на российских военных объектах происходили неоднократно.
причины власти называли разные, например, диверсия или нарушение правил пожарной безопасности. Киев свою причастность к этим обстрелам ни разу не подтверждал. Несмотря на происходящее, пляжи на полуострове, в том числе в Севастополе, заполнены отдыхающими, многие из которых не собираются прекращать свой отпуск из-за взрывов и уезжать из Крыма. Несмотря на взрывы и прочие диверсии, мы не меняем свои планы на отдых. Остаемся с удовольствием, будем даже до осени здесь находиться и будем наслаждаться вот этим прекрасным солнцем и вот этим прекрасным морем. Что касается ситуации на фронте, то сегодня впервые с начала вторжения в Украину Россия не сообщила о захвате территорий. Об этом говорится в новом отчете Американского института изучения войны. Хотя армия России продолжает наступательные операции около Донецка, но успеха пока ни на одном направлении у нее нет. Штурм под Бахмутом вновь был отбит. При этом российские военные продолжают интенсивные обстрелы населенных пунктов на линии фронта, особенно те, что находятся под контролем Киева. Это, например, Авдеевка Донецкой области. Жители, которые не уехали, прячутся в подвалах, еду готовят на костре. По подсчетам издания «Медуза», сейчас Москва контролирует чуть больше 60% Донецкой области. И за последний месяц этот показатель вырос не более чем на 1%. Всю территорию российским войскам захватить не удалось. Как считают источники «Медузы», в Кремле надеются полностью захватить так называемые ЛНР и ДНР к декабрю или январю. При этом большая часть городов и сел в этом регионе разрушены. Донецкая область остается без газа и частично без воды и электричества. Это же война. Люди умирают, люди убивают. Жалко детей, детей, солдатів жалко. Покоління погибає, покоління. Мы-то уже одійдемо. Нам уже все равно. Я здесь родился, здесь мои родители. Вся моя родня отсюда. Куда я поеду? Работал здесь и числюсь до сих пор на работе. А там куда? Все с чистого листа, все, что нажито здесь. Бросать. Примерно 20 батальонов убитыми. Потеря России за полгода войны в Украине. Журналистам BBC удалось установить и подтвердить имена более 5700 погибших российских военных. Из них 17% – это офицеры, 4 генерала и 34 полковника. Журналисты собирают статистику из открытых источников, из сообщений региональных властей, СМИ и родственников погибших. Журналисты учитывают только подтвержденные сообщения о гибели, поэтому данные не отражают реальный уровень потерь. По оценкам журналистов, настоящее число погибших российских солдат в Украине может быть на 40 или даже 60% больше. Согласно выводам BBC, особенно серьезные потери среди младших офицеров, гибнущих в разы чаще, чем их подопечные. Стремительно растет и число погибших добровольцев. Их соединение сейчас одна из главных штурмовых сил России на фронте. Среди российских регионов по числу подтвержденных потерь лидируют Дагестан, Бурятия и Краснодарский край. Минобороны России последний раз сообщала о числе погибших в конце марта. Украина оценивает число потерь российских войск в 44 тысячи человек. По оценке Пентагона, на начало августа Россия потеряла в Украине от 70 до 80 тысяч военных убитыми и ранеными. Добавлю, что журналисты также смогли подтвердить информацию о гибели по меньшей мере 66 военных пилотов и одного заключенного, Константина Тулинова. Он отбывал срок за участие в пытках арестованных. На войне в Украине он был убит 14 июля. Об этом сообщили российские государственные СМИ. Первым о вербовке российских заключенных для отправки на фронт рассказал проект «ГУЛАГу нет» еще в начале июля. Позже это подтвердили и российские правозащитники. Они сообщают, что Минобороны России все активнее вербует на войну в Украине обвиняемых из следственных изоляторов. Уголовные дела при этом приостанавливают, говорит основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. По ее словам, ей известны конкретные случаи из нескольких СИЗО в Подмосковье. Информация о подобных случаях поступала также в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Рязани, Твери и Брянске.
Перспективы российско-украинских переговоров стали одной из тем встречи во Львове украинского президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Зеленский поговорил с каждым из них лично, затем прошла их совместная встреча, по итогам которой украинский лидер вновь подчеркнул, что прямые переговоры с Россией возможны лишь после того, как войска российские покинут Украину. Нет доверия Российской Федерации, потому что даже говоря о возможном дипломатическом решении конфликта, они используют оружие. Я очень удивлен, как могут быть готовы к миру те, кто ежедневно убивает, насилует и обстреливает ракетами наши мирные города и гражданскую инфраструктуру. Первое, что они должны сделать, это вывести свои войска с наших территорий. Звільнити наші території. Президент Турции Реджеп Эрдоган перед этим сказал, что международное сообщество должно взять на себя больше ответственности, чтобы оживить дипломатический процесс по ситуации в Украине. Он подчеркнул, что Анкара стоит на стороне Украины, несмотря на то, что, в отличие от других членов НАТО, не разорвала экономические связи с Россией. Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным итоги львовских переговоров и возможный обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он также отметил, что готов организовать и встречу Путина и Зеленского в Турции. Кроме того, турецкий лидер пообещал помочь Украине восстановить разрушенные города, в частности Харьков. Правда, как именно и когда, не уточнялось. Несмотря на то, что Турция уже приложила усилия, чтобы закончить этот конфликт дипломатическим путем, мы стоим на стороне наших украинских друзей, и мы продолжим их поддерживать. Обсудили на встрече во Львове дальнейший вывоз зерна из украинских портов по коридорам безопасности. Кроме того, генеральный секретарь ООН объявил решение отправить в оккупированную Еленовку, где погибли украинские военнопленные, миссию во главе с опытным кадровым военным из Бразилии. Задача миссии – установить причины возгорания в колонии. Помимо этого, независимую комиссию от МАГАТЭ Гутерриш призывает отправить на территорию оккупированной Запорожской АЭС. Ядерный шантаж России стал одной из самых важных тем на львовских переговорах. Украина, Турция и ООН требуют демилитаризировать зону, с чем Россия категорически не согласна. Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье и вокруг нее. Здесь должен возобладать здравый смысл, чтобы избежать любых событий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или защищенность АЭС. Недопустимо, чтобы такой объект использовался в рамках какой-либо военной операции. Нужно срочно достичь соглашения, чтобы вернуть Запорожской АЭС статус исключительно гражданской инфраструктуры и обеспечить безопасность этого района. Киев много раз демонстрировал свою способность устраивать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой же причине неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой. Пустить комиссию МАГАТЭ на территорию АЭС Россия готова, но не более того. В обстрелах атомной электростанции она обвиняет украинскую армию. Украина, в свою очередь, заявляет, что российские военные сами атакуют занятые ими территории, чтобы создать предлог и отключить Украину от энергоснабжения со станции. Украинская разведка заявила, что обнаружила новые признаки возможной провокации на Запорожской АЭС. По информации разведуправления, Россия готовит террористический акт. Еще ранее она разместила на территории атомной станции реактивные системы залпового огня, а также другое оружие и технику. 18 августа на собрании руководства АЭС впервые после начала оккупации не присутствовали представители Росатома, а персоналу станции предписали оставаться дома. На работу выйдет лишь небольшая часть оперативного состава. Российская Минобороны в ответ заявила о подготовке украинской провокации на Запорожской АЭС, конечной целью которой, по утверждению российских военных, является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил иностранных наблюдателей и обвинения российских военных в ядерном терроризме. Киев эти обвинения категорически отвергает. И к другим темам. Вместо сети американских кофеен Starbucks, которые ушли с российского рынка еще в мае, в Москве открылась сеть Star Coffee. Долю западной компании выкупили ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати, он же одно из доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах. Новые логотипы и шрифт кофеен могут показаться поразительно знакомыми любому любителю кофе. Но Тимати настаивает, что все дело в восприятии.
Общий элемент логотипа действительно это круг. Вот, у нас царевна-лебедь, русская красавица в традиционном российском кокошнике. Уходя из России, Starbucks забрал не только свой бренд, но и технологии. В новых кофейнях нет знаменитого кофе, десертов или брендированных кружек и термосов. Инвесторам достались помещения и сотрудники, которые согласились работать с новым начальством. За 15 лет в России Starbucks открыл более 100 точек, в которых работали примерно 2000 сотрудников. Образно говоря, Макдональдс ушел, но полностью оставил возможность вернуться, и полностью оставил рецептуру, Вот здесь Starbucks ушел вместе с рецептами, вместе с технологией, вместе с сырьем, полностью. И на его место, именно на адреса, пришел совершенно другой бренд, который выглядит вот таким образом. Совладельцы уверяют, что они сохранили все рабочие места, но пока свои двери для посетителей открыла лишь одна флагманская кофейня Star Coffee в Москве на Новом Арбате. Предполагается, что примерно через неделю откроется еще 10 точек. В некоторых из них, так называемых премиальных, планируют продавать алкоголь. Что ж, такой была информационная картина этого дня. Мы продолжаем следить за тем, как развиваются события, чтобы держать вас в курсе того, что происходит. Я Мелани Бачина. Берегите себя и до встречи.